что-то непонятное. Это рыба или это просто пиявки? Сегодня День России! Всем привет из Крыма! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Таня, мы находимся в Ялте и сегодня 12 июня, и я вас всех поздравляю с праздником, с Днем России, и по этому случаю мы посмотрим с вами, как отмечают этот день в Ялте. Мы уже пришли на набережную. Сегодня официальные мероприятия начались в 11 часов на площади Ленина с митинга. И сейчас мы с вами направимся в сторону сцены. Там будут проходить театральные представления. И я уже слышу, как оттуда доносится музыка. Людей вокруг не так много. Видимо, все воспользовались тем, что сегодня выходной день, и ушли загорать на пляж. На улице плюс 27. Почему-то я не вижу, сколько температура воды. Ну, в связи с тем, что люди купаются, значит, вода уже плюс 21 точно есть. Так, сегодня в 11 часов был торжественный митинг. Сейчас идут мастер-классы для детей. И с 18 часов начинается праздничное синхронизированное шоу. И, конечно же, в 10 часов вечера будет праздничный фейерверк. А потом дискотека. Молодцы! 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 А теперь наоборот, я говорю вам, ялтинцы, а вы мне отвечаете, молодцы! Готовы? Готовы? Полетели! Быстрее! Я на свете всех милее, всех румяней и белее. Сказка! Правильно, ребята! А ну-ка, залайкали друг друга аплодисментами, похлопали! А пока на площади Ленина проходят детские мастер-классы, мы решили прогуляться по городу и зашли на Массандровский пляж. И вы знаете, мне кажется, мы узнали секрет, где сегодня все люди. А вот они все!
температура воды 23 градуса. А я-то думаю, что ж так много людей купается. А пока мы ждем 6 часов вечера, когда начнется основное концертное шоу на набережной, мы зашли в столовую. Она находится в конце Массандровского пляжа. Я вам покажу, как там внутри. И сейчас покажу, что мы взяли. Взяли мы две окрошки, второе, как вы видите, котлета, картошка, это бокал пива, у меня вот такой вот узвар, салатик, и посмотрите, сколько это вышло, 685 рублей, и еще взяла себе такую сладость орешек. Не могу понять, на основе чего она сделана. То ли сыворотка, то ли вода с майонезом. Что-то непонятное. Но вот узвар летом, это вообще. И вполне ожидаемо, после захода солнца набережную заполонили люди. А мы ждем 8 часов, там будет выступать группа, называется «Белый орел». Честно скажу, я никогда о ней не слышала, хочется послушать. Но это будет аж через час, поэтому нам еще нужно где-то погулять. Здесь есть вот такие бунгало, один час стоит 500 рублей, день и ночь 1500 и сутки 2000. Скажите, это рыба или это просто пиявки? Что похоже? Я не знаю. Поближе подойдите, посмотрите. Это рыбка караруха называется. Семейство карпов. У нее нет зубов. Ну, здравствуйте, вы меня ждали? Как ваши дела? Не хочет он сегодня разговаривать. А ты идешь отмечать с нами День России? Видимо, нет. А мы идем на набережную. А как это будет блюдо называться? Так аппетитно. Выбирайте, снимайте, какой понравится. Ласточка на месте. Когда гуляешь по набережной в районе морского причала, здесь просто очень сильное звуковое загрязнение, потому что о морских прогулках здесь объявляют буквально каждые 5-10 секунд. И это мешает просто идти общаться, наслаждаться вот видом, просто когда гуляешь по набережной. Номер один, будет продажа.
Видите, даже еще 10 секунд не прошло. И это ужасно бесит. Если вас это тоже бесит, напишите мне в комментариях. Тело листва у природы свое обновление, и туманы ночами стоят и стоят над рекой твоего.